Подожди-ка, сейчас я свет зажгу. Мир вам, Игнатий Тихонович. Добрый день. Мир вам. Видите, все так неожиданно. У меня тут большая работа, я с Ютуба переношу на мой мир. За 2 дня больше 300 роликов перетащил. Мне дали программу такую, она удивительно быстро помогает. Ну, на каждый ролик требуется 11 переключений. Чуть-чуть только ошибся, все на смарку. Вот так. Ну и вот вы сейчас скинули это. Я попутно еще потом скажу, что вам нужно будет еще приготовиться. Это неожиданно. Вы тут скинули мне 3 ролика. Вот по ним давайте вопросы. Игнатий Тихонович, вопрос, собственно говоря, следующий. Как должно общаться и в каком общении пребывать христианину, православному, в церкви, причем неважно, православному, католику, то есть тому христианину, который находится в церкви, с теми христианами, которые находятся вне церкви, то есть это протестанты, ну и прочее. Так. Вот такой вопрос. Но... Какое общение? Слово общение, это что оно означает? Общение бывает как? Поздоровались, я общался с человеком, поздоровался по руке. Просто прошел мимо и спросил, почему у тебя эти орехи? Это тоже общение. Я его видел, зафиксировал. Еще если цепкая такая память, это можно, знаете как, просто мимо проходил и уже зафиксируется. Я люблю маленькие вставки делать, вот показать, что значит быть профессионалом. Я вел занятия, по слову Божию, во всех отделах милиции Барнаула, это 5 отделов, городской отдел и краевой. А это 700 там больше офицеров. За мной приезжает машина, и они назначают заранее тему, допустим, экстремизм, или там мусульманство, что-то такое. А дальше я вопросы и ответы. Что-то вякать начинает тут. Вот. И вот линейный отдел есть, где все это воруют на вокзалах и специально. Это железнодорожный отдел милиции, это одно, а линейный, это прямо к железной дороге. Я стою, жду сейчас... Собираются офицеры и вызвали, видимо, тех, которые когда-то служили. Я не знаю, как там это. И вот мимо меня проходит один высокий, седой, в гражданской форме. Так, а вы что здесь делаете? Как что делаю? У меня встреча назначена, это политработник меня за мной приезжает, и официально все. Так, вы 3 недели назад торговали жирной свининой? Я? Никогда. Во-первых, к свинье не прикасаюсь. Мясо вообще не ем. Да. Вы были не одни. Вы были с братом. То есть этот человек никогда не думал, что он со мной встретится. Но он проходил мимо, это уголовный розыск. И он все сфотографировал. Я говорю, не был там. А потом говорю, постой. 2 недели назад у меня брат приезжал. Он попросил, тяжелая свинья, помоги мне за прилавок занести. Я ему помог, он в этот момент, проходя, меня сфотографировал глазами. Это какую надо иметь, понимаете, профессионал высшего класса-то? Я тогда засмеялся и говорю, действительно, я был, я не продавал. Но я видел, как вы за прилавком стояли. Да я не стоял, я просто повернулся, он в этот момент щакал у него в памяти. О, вот верующие должны так знать Священное Писание. Ты не просто его должен знать, а понимать, это место Писания существует. Но если бы его не было, ты что-то потерял? Дальше. В этом месте Писания ты отобразился? У меня другие вопросы к Писанию есть, которые не ставят ни святые отцы, я не встречал нигде. Я просто на своем уровне, потому что меня ни семинария, ни академия, ни корежил никто мою совесть. Я сам, как отец Геннадий Фас говорит, как дичок рос на поле. Я у Бога все выпрашивал. Вот это место Писания, я считаю, псалтырь, почти все ко мне относится. Поэтому такое мое чтение. Я считаю ко мне... И мой вопль. Это не просто слова, буква, а для меня это стон моей души или ликование моей души. И вот я на этих людей смотрел, о которых сейчас будем говорить-то. Я с ними вместе. И они идут, разговаривают, у меня стройно выстраивается мысль, что бы я им мог сказать. Вот теперь говорите, как профессионал своего дела. Главное... Что было в этих роликах, речь шла о любви. Да. Любви, самое главное, которое объединяет Бог, есть любовь, об этом мы читаем в Священном Писании. И, соответственно,
скажем, там много вопросов, поэтому вот начать разговор о любви. Вот, скажем, как ее понимает христианин и как он с любовью должен обращаться к людям, ну, скажем так, иной религиозной ориентации, там, к иным деноминациям, так это называется. Вот, наверное, первый вопрос. Хорошо, понял. Хорошо. Понял. Это вопрос высказали, все? Да. Все. Значит так. А они разговаривают. Я, понимаете, я уже просто только глянул, все три ролика просмотрел, и мое первое впечатление было не ошибочное. Вот я как глянул на них, и они еще слова не произнесли, а у меня уже сложилось сравнение с кем-то и с чем-то. Вот это с протестантом, который там что-то, ну, как он одетый, ну, расхристанный, просто сказать. И вот как говорит он, как развивается, говорится, у него губы раскрываются, уголки. Я сразу вспоминаю, у нас был один в общине такой близкий мне человек, но страшной гордости. И он как-то на костре прочитал: «В суровых горах одиноко меж скал дуб гордую крону свою поднимал». Слышал? И автор поет. Я ролик такой на днях поставлю где-то. И это все он пропел о себе. Он тогда не пел, а считал. Постепенно он ушел от всего, попрал все. И вот этот человек из протестантов, копия, как будто он вышел, я даже смотрю, неужели это Саша вышел сюда? Он попрал все заповеди, потерял православие, стал попирать седьмую заповедь. То есть он должен был умереть по закону еврейскому, по закону мусульманскому. 100% гарантия смерть. Смерть. Он пошел к баптистам. И там опять тоже. Там группа делилась, он с нею. И там лишился. Теперь нигде сидит дома. Но где, как только заговорили, вот этот Томский там под видом священника выступает какой-то шпаненок. Там с Америки этот говорит кто-то, якобы Скоротовский. Теперь у меня все под сомнением. Они ли это? Говорят-то. Он сразу мгновенно с ними нашел, соединился. Теперь ходит, разузнает, кто у меня модераторы, администраторы на форуме везде, предлагает деньги, чтобы они уничтожили, испортили. Погубили мое сокровище. Я еще не встречал такой лютой, без просто сатанинской ненависти. Ненависти к всему православному. Вот это, в конце концов, эти встречи, до чего его довели. И он на этого похоже абсолютно, вот как будто бы копия. Если их совместить вместе, один к одному. И вот эти особенно уголки губ, как у него, как он говорит и как хихикает. Вот все один к одному. Что это означает? Я понимаю, это штамп, который накладывает кто-то. Человек не может так быть похожим. Так одеваться, так говорить, так смеяться, так кривляться. Все одно и то же. А священники, это Петр его название, я не знаю, если ему 30 лет. Если ему нет 30 лет, разговаривать не с кем он. Просто он не имеет права, он должен быть извержен. Слово «извержен», то есть «выброшен». Ну, «извергните среди себя», «извергните», то есть «вычеркните». Это канон 14-15 правила 6-го Вселенского Собора. Дальше они говорят о любви. Взяли из первосвященнической молитвы, как называют, и говорят. Вот толкуют Писание, все неверно. И священник стоит, соглашается, он не знает. В общем-то, тот священник прошел, он поступил правильно, потому что к мертвому нельзя прикасаться. А мертвый, чего вы взяли? Раненого от мертвого отличить не могли. Где вы слово «мертвый» нашли? Написано «изранили». Если убили, написано «убили». Они сразу лгут. А люди, которые не считали Писание, ну, думают, евреи, ну, запрещено прикасаться к мертвому, он правильно и пошел. Да никто не заставлял. Он бы мог по мобильному скорую помощь, милицию вызвать. Он безжалостный и жестокий. Тут надо все поставить. И святые отцы именно так и толкуют. Дал два динария. Два динария, то другое. Почему они не говорят, что это два новых завета? Они ваши бредни. Он дал ему новый завет и ветхий-то. Сегодня возьми у протестантов-то на 11 книг урезанная Библия. Дальше. Считает, один считает по православному синодальному, а другой неизвестно, что считает. Они считают по разным книгам-то. А раз считают по-разному, значит, они совершенно разные. Ну, не потому, что я предвзято сужу. Я знаю, что лучше синодального перевода на русский язык не сделать. Переводили 4 духовные академии.
Из переводчиков два канонизированы уже. Митрополит Филарет и Макарий Архимандрит Алтайский. Это одно маленько должно говорить. И кто? Хвольсон участвовал. Александру Меню в разговоре, когда мы встречались с ним, я спросил, вот вы еврейский язык знаете? Да, знаю. А как работаете с еврейскими книгами, с оригиналами на еврейском языке? Он еврей, Мень. Мень означает налим. Рыба налим. Такая скользкая, без чешуи. И вот разговариваем с ним, я говорю, скажите, отец Александр, а вы можете так переводить, вот как переводил Хвольсон Давид Аврамович? Он вот так вот от меня отшатнулся. Да вы что? Да никогда. Понятно? Это человек с энциклопедическими знаниями. Он многое-многое считал на еврейском языке, но у него даже в мыслях нету уподобиться тем переводчикам. А здесь так, со словарем нашел. Так, баптизанты. Ну, это и погружение, и скамейки можно омывать. И он уже тогда теперь можно и не крестить. Ну, это, слушать-то нечего. И вот они здесь рассуждают. Главное – это любовь. Но если главная любовь, вам Библия не нужна, а главное – это любовь. А кто потоп навел? Бог, которому имя любовь. А младенцы погибли, все погибло. И зверь, так это садист начинает там. Вот за эти слова ты будешь отвечать, я говорю. А кто сжег Содом, Гоморру, 5 окрестных городов? Кто? Бог, которому имя любовь. Почему вы про это умалчиваете? А вот я считаю, послание апостола Павла, мы можем признать, что они, вот эти разговаривающие, ну, даже в разных там они вариациях, переводах, говорят, да, признаем. Я знаю, как ответят. И Петр, и этот, который идет, которого я называю Александром для себя. Ну, а апостол Павел писал, как думаете, Павел говорит, думаю, я имею Духа Святого. Так имел он Духа Святого или нет? Все Писание Богу вдохновенно. Писали святые Божьи человеки, Петр говорит. Мы согласны с этим? Ну, да. Чуть, слушай внимательно. Послание святого апостола Павла к Титу. 3 глава, 10 стих. Еретика после первого, второго вразумления отвращайся. Не беседы, а вразумление. Не встречи любовной, а вразумление. После первого можешь уйти, ну, максимально два. Все, разговор окончен. А почему? Тебе не надо рассуждать, почему. Бог повелел. Приказы начальника не обсуждаются. Ну, допустим, согрешил против тебя брат. Тут 3 этажа. Первое. Облещи его. Если он не покаялся, облещи. Не покаялся. Скажи 2-3. Не покаялся. Всей церкви на 3 этаж. Не покаялся вниз головой. Да будет он тебе, как мытарь грешник. Все, он вычеркнут, и его нету. Не сказано, ходи его, увещевай, ходи ему, говори. Не бросайте жемчуга перед свиньями. И вот я смотрю, они говорят, они оба чужды истины евангельской. Они ее не знают. Они страха Божия не знают. Я определенно могу сказать, вот вы, ну, попутно хотел сказать, вот сейчас, если коснется дальше разговаривать, чтобы понятно, на что я обращаю внимание, это притча Соломона, 6 глава. Дома прочитаете, там о поручителе говорится. А к чему я это вставил сюда? А к тому, что поручительство, это означает, я признал того человека достойным того, чтобы его не наказали, а я за него отвечаю головой. Поручитель. Вот священники поэтому благословляют, он ручается. За что? За то, что он будет делать. Батюшка, благослови. Ну ладно, я тебя благословляю. А дальше-то что из этого идет? Означает, меня батюшка благословил. А ты узнал, на что он благословляется-то? Этот пошел, все без епископской воли, ничего не делал. Его епископ благословлял вот на такое общение. И они друг никак. Деноминации. Откуда это слово взяли? Деноминации. Исключи из своего рациона это сектантская блевотина. И ею попы подавились. Деноминация. Конфессии. Нет этих слов. Это замена слов, которые святые категорически запрещают делать. Называть вещи своими именами. Есть церковь и есть ересь. Еретик. Я не знаю, кто священник, где он находится, но перед ним ярый еретик. И батюшка в этом русле идет и поет. О чем он же говорит-то? Его надо вызывать на допрос, спросить, как далеко он зашел, и поставить на место. Да вот надо, главное это любить, главное любить. Ну а вот это слова еретика отвращаются. Это любовь или не любовь?
Как это понимать? А теперь, если церковь не послушает, а церковь – это Вселенские соборы. Вселенские соборы запрещают вот такое общение. На их праздники принимать дары. А что особенного? Ну, еще особенно в Евангельскую синагогу пришел там президент, семисвечник зажег. Он должен стоять соглашенным, если он православный. А это открыто все показывает, как все делает он. Если ты православный, для тебя определенные правила существуют. И они написаны в Святой Библии, в канонах, в правилах святых отцов. Вот я гляжу, идут два человека, и не увидел ни одного ревнителя. Вот передо мной труды Антония Великого. И он говорит, я никогда мирно не беседовал с еретиками. То есть он беседовал, он мирный человек. Но он знал, чем это заканчивается. Последнее слово. Ты не в церкви. А вне церкви нет спасения. И он, наш Бог, придет за церковью. Не за сектантами. Не за еретиками. Это мы можем как-то вписать в свою жизнь. Как-то это вмонтировать туда. А не так, я любящий такой. Если ты любящий, тогда святые отцы были не любящие. Выбора-то никакого нету. Так, а святые отцы как поступали? Так, как учили апостолы. Еретика после первого, второго не беседы, не обнимания, а вразумления. Они это слово не берут. Зачем оно им нужно? Потому что они уже потонули в этом. И рассуждают об этой притче, они бы ее в руки не взяли говорить притчу. А почему он говорит, не назвал его самарянин? По ненависти. Златоуст говорит. И поэтому сотворивший ему милость. А почему ваши-то мимо прошли, разлюбезные господа? Вы видите, сколько Израиля с сектантами, как они ушли. На него напали разбойники, демоны. Люди, которые подчиняются им, которые терзают церковь. И вы прошли мимо. Феофан Затворник говорит, священники считают, что все у них нормально. Но когда видишь, что весь дом охвачен пожаром, начинает суетиться, бегать, но уже поздно. И вот он идет. То есть я не знаю этого священника Петра, но вижу, что ему разницы никакой нет. Александр Мень мне сказал, мы не ставим задачи, чтобы они переходили. Как? Отец Александр, я говорю, это все аудио и в Ворде у меня в 20-м томе «Открытым оком». Так это тогда смысл-то вашей беседы какой нет? Я говорю, тогда вам разницы нет, что и от вас к ним уходят? Я против. Да он тебя спрашивать не будет. Он очень просто. Главное, это, чтобы поверил, что Библия – Слово Божие. Все, вопрос решен. Православие, если только доказал, что Библия – Слово Божие, ему в православии делать больше нечего. Ему сразу покажут 20 глава, 4 стих, и пошли дальше исход. Зачем идолам поклоняешься? Иконы долой. Дальше начинает. Он идолам покажет батюшку, епископа и патриарха. Это делается в два захода. А дальше уже, дальше она уже не встречается, нигде ходить нельзя. Теперь все правила, какие были против еретиков, они их обращают против православных. И у него-то таких ни одна, ни две души ушло. Одна писала баптизм, современность. И современность, Лялина. Где-то зарядить можем, может она уже оцифрована. Вот этот материал. Она говорит, это более ранний период был. Не прошлого века, конечно. И она говорит, 85% баптистов – это бывшие православные. То есть собственную базу так и не создали. Если рыба прилипала, она одна не может существовать. Она где-то около жабры у акулы или у кого-то прилипнет, и она все время за ней ходит. И остатки, какие есть, доедает. Вот есть такие люди. Вот они ко мне прилипли, у них своего-то ничего нету. И они вокруг меня гуртуются, ходят там, ставят какие-то ролики, у них ничего нету. Прилипалы. Прилипало два лжесвидетеля против Науфея. Я их поставлю на место. Только мы не спрятались они никуда. Я им ролики эти разберу и преподнесу с другим запахом. Почему они вот напали? Да потому что я их обличал, говорил. Гнойные нарывы эти вскрывал. А один пришел, ему разницы никакой нет, Скуратовский, что православные, что сектанты. Это там тоже церковь, деноминация. Ясное дело, что это не православный. Православный никогда этого не может сказать. Если все одинаково, зачем тогда было образовывать новые какие-то? Зачем отделение-то? Если они понимают, что нет разницы, тогда бы вы церкви трудились об исправлении-то. В государстве, допустим, ты заметил не так. Милиция оборотни. Президент же не побежал в другое государство, а я пойду в Швейцарии там буду. Он бьется здесь, пытается, ставит других, там меняет, там назначает Нургалиева, еще кого-то. Кого-то посадили. Он работает здесь. Именно здесь меня Бог найдет, где я поставлен. Моисей не бросил свое стадо.
И Аарон видел, что сделали золотого тельца, он тоже остался здесь. А эти куда-то, они там где-то пошли. А там уже нарожались дети от Дафана, Аверона и Корея. Числа, 16 глава. Вот ответ. Я посмотрел, наружно, внешняя интонация, все говорит не евангельское. А они понимают, Евангелие это вот руки и голова между ног, и говорит, это не бойцы. И кого-то он привлечет, конечно, нет. Никак. Привлекается только там, где в Духе Святом трудятся. А в Духе Святом это значит и в пророческом духе. Пророки жгли сердца людей, как Пушкин говорил. Слово должно быть приправлено солью, а у них ничего нет, приснятина. И вот он стоит, там вот как он стоит, издалека даже видно, что человек этот не православный. Вот издалека даже, как двое говорят, хохочут, пригибаются. На расстоянии километра я могу определить, православный, благоговейный или неблагоговейный человек. Почему американцы все время обязательно, чтобы при улыбке везде пока губы раздвинуть, показать зубы? Обязательно. И в таком виде они показывают. Почему? Ну, это я вопросы задаю очень простые. А у русских, посмотри, старые фотографии. Ну, умерла тут одна, она была, директриса. Директриса. Еще в старшее время. И у нее большой архив остался. И счастье у меня было, я по музеям разнес, подарил им. Нет ни одного, чтобы губы разжатые были. Ни у учеников, ни у кого, ни у учителей, ни у священников. Плотно сжатые губы. О чем это говорит? О собранности. Ну, а второй вариант, у нас со всех сторон пытаются обмануть, и нам не до смеха. Златоуст говорит, широко развиваешь рот. Смеешься, не думаешь, что сатана вскочит в тебя. Да что, это игра какая? Что, кукла Барби, что ли? Вот за это тоже ответишь. Понимаете, нет никакой ни строгости, ни понятия о том, что Павел говорит, некоторые потерпели кораблекрушение в вере. Кораблекрушение! На подводные скалы! Что ты рот-то разинул-то? Тебе доверены люди, корабль-то весь погибнет. Ты понимаешь, нет, признаки неба, смотри, какая погода будет, куда ты выводишь. Павел говорил, не надо выводить, но больше доверяли кормщему. И что получилось? На остров Мелит, Мальта, были сброшены, а потом туда Горбачева занесет и решат уничтожить Советский Союз. Вот какой корабль туда приплыл через 2000 лет. Советский Союз. И тот, став встреча на Мальте, нигде не появилось ничего. Это в тайных СССР, совершенно секретно. Его убедили, что мы тебя спасем, под суд не отдадут тебя. Начинай, гласность сделай. Гласность и перестройка. Два слова. Перестроить надо, а людей еще строить. 70 лет строили, вдруг перестраивать. Ничего нигде в магазинах нет. Будет? Ничего, конечно, не будет. А вот такой путь. Все это обдумано, я не об этом даже говорю. Дело в том, что то событие кораблекрушения, оно откликнулось через 2000 лет. И никто этого не видит. А как ты это увидел? Меня спрашивают. На молитве. Мелит – это Мальта. Согласны? Ну да, это старое название. Ну и все. Кораблем называется сам человек, который плывет. Церковь называется кораблем и все государство. И приплыл туда Советский Союз. Это ученик Маргарет Тэтчер. Это масонка самых последних ступеней посвящения. Его приняли, рассказали и проще все равно тебе уходить. И дальше. Ну а дальше пойдет это куролесие. Тут пьяница придет, развалится до конца будет. Подпишет, кверх ногами флаг повешает. Беловежской пуще. Так, я откликаюсь, но я хочу показать, что разговаривать как надо. А если в это время был бы кто-то пророческий глаз, да он пришел бы, возвестил. Я как-то шли здесь со священником, с отцом Иоанном Суворовым. Я говорю, скажите, у вас бывает епархиальное собрание? Конечно. И священники все собраны. И благочинные, да, епископ, ну, епископ, глава. А я могу присутствовать? Вы? Да нет, конечно. А почему? Ну, вы не священник. Значит, Бог разговаривает только со священниками. Скажите, я по порядку буду спрашивать. Иеремия какой сан имел? С какого возраста? Исаия с какого возраста? Ну, Амос с какого возраста? Он говорит, я был пастух, собирал сикоморы. И вот подошел человек, я теперь перекидываюсь на один фильм, Давид. Еще первый фильм был, хороший фильм поставлен там. И царь Саул договаривается с там победил Агага, и теперь какие города ему возвращает, чтобы только домой отпустили, и все у них нормально, мирный разговор, как с еретиками этот идет, разговаривает, все. И в это время Самуил идет, и перед ним с позвонком идет там ученик, звонит там. Он подходит, воин, копье. Царь ведет переговоры там. Он пошел вон! Царь открыл, а тот стоит.
И он начинает, и ты торгуешься отпустить. Скольких жен вдовами он сделал, сколько детей сиротами. И берет меч, вот так разговаривать надо, и отрубает ему голову. Это из Священного Писания. Я говорю, так вот, Самуил-то пришел, он никуда не делся. Дух пророческий Бог дает. Когда люди согрешают, как когда там было такое, Озия согрешил, проказой Бог покрыл, когда он за кадильницу взялся. И Исаия, 6 глава, 1 стих, в год смерти царя Озии видел я Господа, престол Божий, высокий, превознесенный. Там сидит, 6 глава, 1 стих. В год смерти царя Озии. 6 проповедей Иоанн Златоуст говорит, 6. На заголовок только. Почему? Царь согрешил, прокаженный должен быть за городом, жил в городе. Бог отнял пророчество. Почему в православии сегодня нигде ни патриархии, ни пророков никого нет? Какие-то старцы, что-то замурыженное такое. Почему? Потому что все беззаконно. Вплоть до избрания главы. Не по жребию, а заранее административной работы придумали правила-то. Неизведанных Духа Святого. Ни по миссионерской деятельности, ни по экуменическому движению. Ни по продаже табака и водки. А еще изведанных, которые со Христом были, их узнавали, что они были с Иисусом. Вот что нужно было. А этого ничего не было. Это я про всех говорю, а то уцепится еще за эти слова. И как нужно было разговаривать? А вот так, как разговаривали они. Я говорю, скажи. И вот сейчас этот человек в дверях, там сидит секретарь, он вот так бы оттолкнул ее, сядь на место, открыл бы дверь и сказал, собрались князья содомские и гоморские. Позвольте, а это кто такой? А одежда заплатанная, никто его не знает. И кто-то прошептал, да пророк Исаия пришел. Пророк Исаия, 1 глава. Да не было Содома и Гоморры, и князей не было, уже давно на дне. Но их образ жизни говорил, они никакие не патриархийные. Это содомские и гоморские. Это не папский Рим, это Содом и Гоморра. И дальше он начал бы говорить. И то, что там по первой главе. Скажите, в вашем перхальном собрании архиерей, священники приняли бы или нет? Да, конечно, нет. Ну и ты пошел вон. Что я с тобой буду разговаривать-то? Вы чужды церкви, чужды Бога, чужды Духа Святого. И поэтому божественный глаз, он жжет вас. Вы Библию-то не знаете, вы ее переворачиваете. Слова-то ты слышал, а куда применить не знаешь. Вот они взяли, идут притча о самарянине. Но они не говорят, кто это. Откуда шел? С Иерусалима в Иерихон. Почему вы не говорите? Из Иерусалима, то есть из града избранного Богом, и шел в язычество. То есть из православной церкви пошел в ереси. Это вами израненный лежит. Он бы ему сейчас, священник-то, сказал. Это вы изранили всю пасту, а виновен я. Я не учил, я перекрыл кислород народу. Я не давал ему пищи. Главная вина, что он оттуда пошел искать куда-то, я не кормил его в Иерусалиме. Вот это был бы разговор. А где такое толкование? Да оно само просится. Израненный был. А израненный от кого? Как ты считаешь, душа ушла в сектанты, в еговисты там? Это не израненная? Ушла в сатанисты. А ведь Блаватская Елена могла быть другой. И Рерихи могли быть другие. И Ленин, и Сталин могли быть другими. Сталин, у Гитлера была мечта стать художником, у Сталина священником. Это-то не надо забывать, учился в семинарии. Я попутно вставки делал, не подумал, что я куда-то отвлекся. И вот они эту притчу избрали, они ее не знают. Отец Геннадий говорит, когда были у Игнатия, сидели мы до утра, 5 часов утра, закончили беседу. И он предложил сначала, ну что я знаю там о крещении, баптисты. Но Игнатий в конце сказал, ложь. Ну, думаю, притчу о 10 девах, тут уж я покажу. В конце Игнатий говорит, ложь. Я думаю, а как же так? И когда я разъяснил, он понял, говорит, у баптиста потом, а у православных сокровения свыше. Вот как! Это Бог говорит. Это человек, который пришел, он понял сразу. Все, что они говорят, это неправда. Он шел вниз. Спускался с того уровня, на котором Бог поставил, и пошел вниз. Город Иерусалим на вершине стоит, а это пошли вниз. И встретились разбойники. Они не объясняют, кто разбойник. А разбойник-то рядом и идет. С другой стороны. Два разбойника идут. И два разбойника говорят, а вы повинны его. Вот тогда бы Слово Божие заговорило, оно живо и действенно. Мне не надо знать, кто он. Даже пускай, ладно, ему 18 лет этому священнику. Безбородые оба. Израненный был с бородой. Священник и левит были с бородами. Понимаете, нет?
А шел самарянин, про того мы не знаем. Язычники тоже бороды носили. Показывают даже в кино, они с бородами. Ну, там тоже разбирают на изображениях. Там разные царя Кира, правда, по-другому. Там, ну, ассирийцы, ассирийская бородка как, но все равно видно, что это не две мамы в семье. И вот эту притчу они ухватили. Любовь. А любовь в том выражалась, что он привез его в гостиницу. А гостиница – толкование одно церковь. Ни в секту, ни деноминацию, ни конфессии. Вот эти лживые слова замену дали. Он привел его в церковь, она уже стояла. И было кому отдать. Дал два динария им. Учить. То есть это означает, этого израильного человека наставьте по Святой Библии. Не по вымыслам человеческим. И когда я буду возвращаться, то есть Господь придет, Он доплатит. А за что? За толкование. К нам почти не относятся, это святые отцы истолковали. И стратишь сверх этого. Сверх Нового Завета нечего тратить. Это означает, растолковали. А кто это так толкует? Иоанн Златоуст. Это ну, не надо даже выдумать. Православным очень легко не думать. Я бы исполняю, я выполняю. Я пришел на дорогу, сдал экзамена. А я теперь мысль, а почему на красный нельзя, а на зеленый можно? Ну, мне зеленый даже больше нравится. Он успокаивающе действует. Но с тобой никто не будет говорить. Я стал спрашивать шефа, а почему красный? Ну, так постановили. Ну, а почему именно? Не знаю. Потому что инфракрасные лучи, даже через туман, видно дальше всего по пространству. Атмосфера не поглощает. Образом сказать, красный свет виден на 3 километра. Синий на 2, желтый на километр. Вот почему. И это все учли. Главное, красный. Не скорость, когда ехать, он может не тронуться, но тормознуть. Там что-то на дороге, может, авария, может, горит. Другой грузовик перегородил. Красный, красный. Притом у самолетов. Топовые огни на кораблях справа и слева. Там красный, зеленый. Все обдумано где-то. А у этих ничего не обдумано. Они не понимают, почему два динария, спрашивают, не могут сказать. А почему в гостиницу? Ну, почему он дальше-то не повез его? Ну, или дальше дал бы телеграмму, так, мои друзья, заберите его, там, ухаживайте, а тут в гостинице собрались, ничего не знают, как лечить его. Тут вопрос на вопросе, и Слово Божие живо, и действие, оно заговорит с тобою. И тогда ты увидишь, это говорят два человека, которые, может, никакого отношения к гостинице не имеют. Они виноваты в том, что он изранен, и таких миллионы. Этот их не учит, он выходит, а эти добивают. Второй слева идет, этот добивает, как бывает. Вот на бык, там ториадор, когда... А потом последний ему в шею втыкает уже пику свою. Вот и все. Я один раз прохожу, и тут я в киоске, вот эти комками называют, за все время ни разу ничего не купил. То есть, если бы все поступали, как я, и они бы исчезли в один день. Никто не подходит. Никто. Но там есть еще и Матадор, Ториадор. И у них название такое, кажется, Ториадор. Я подошел и спрашиваю, скажите, а почему так называется? Ну, я не знаю, это хозяин так назвал. И он вам не сказал, нет. А хотите узнать? Ну да. Я говорю, а вы видели, бой с быками идет, когда такие бойцовские быки, они как бешеные, выскакивают, ищут кого, где бы одну. Вот Кама Гридиша, когда показывает, он свернул ему голову. Вот так, так это вот, к вам покупатель, окошко низко, склоняется, как бык-то. И у него денег нет, а вы последним ударом добиваете его здесь. Проходит маленькое время, прохожу мимо. Название совершенно другое, Натали. Почему? Видимо, хозяину брякнуло и вот. У нас в одно время появилась какая-то мощная такая организация себя, там позиционирует так, ЧАРС. А что такое, не знаю. А обратно считать срач. И когда опубликовали, они сразу заменили. Сразу. Ну, маленько откройте глаза, ну, посмотрите, ну хохочет над вами. Много ли человеку земли нужно? Это такая повесть есть у Льва Толстого. Как он ему сказал, сколько за день оббежишь? Ну, положил 1000 рублей, он кое-что продал, поехал. И вот оббежишь сколько, чтобы вернулся вот к этой шапке. Деньги лежат здесь. Ну и все, тогда твоя земля. Он пошел, захватил больше, добежал, рукой коснулся, солнце уже, они на холме сидели-то. А сердце не выдержало, лопнуло. И он бежал когда, и видел, как сидит этот самый бай, там в казахский сипят продает, и сидит, хохочет, и руки на животе, пузо охватило, потом видит, уже рога растут, копыта, то есть сам сатана здесь. Вот и все. И вы посмотрели бы духовными глазами, кто вы друг для друга. Если это священник, он никакой помощи этому еретику не может оказать, потому что он разложился уже.
одел одежду, все как надо. Я не пойму, борода у него такая есть или... Так я не понял. Или он ее выщипал у себя, священник-то. Какая-то прям не борода, не поймешь. Ну, бывают такие люди. Маленькое что-то. Не как у вас шикарная такая борода. Вот так. Вот то, что я увидел в этих маленьких роликах. И по порядку там, как начали они говорить, вот надо общение, и как идут, встречаются, вот это все разные навороты там мелькает, говорят, и нигде ничего не слышно. А там один сидит где-то в пустом собрании, другой где-то идет. И разговора-то нет никакого. Я могу представить мой разговор сегодняшний. Я его выставлю в интернет. Понимаете, если я встречался с еретиками, у меня все везде зафиксировано было. Рукой писали, тогда даже магнитофонов не было. Старая запись, у меня много записей, которые лежат в архиве. Там примерно на 3000 часов. Часов? Да даже сказать нельзя, как много у меня этого. И не было никакой такой беседы. Чтобы вот как они обнимаются, целуются. И он ни с места, ни на шаг его не движет. Это экуменическое движение перенесли на малый клочок земли. И все, ты ему сразу скажи, ты никакого отношения к церкви не имеешь. И чтобы он это увидел, что это еретик, и так с ним рассуждай. Первое, второе вразумление, не беседы, повторяю, вразумление. И поэтому я, раз это говорю, я сразу делаюсь врагом двоим. Но я не знаю, сколько от этой беседы друзей появится, которые увидят истину в церкви. В церкви, которой Бог дал не один талант. Они истолковали Писание, святые учителя. Вот так. Благодарю, Владимир. Так называемый пастор скажет, что это дружба священников. Да. Согласие с ним. И ответственность за эти слова, за свое соглашательство. Со словами пасторов. То есть разговор священников. Дружба двух священников. Ответственен ли священник за это? Какое соглашение? Какое? С чем? А, так называемый пастор говорит, это дружба, это проект двух священников. Но какой он священник? Он никто, он самозванец. Я понял. Да, да. Он не священник никакой. Я про этого не знаю, вовремя рукоположен или нет. А тот, он и говорит, деноминации, конфессии. Он совершенно не церковный человек. И он ему ничего нет. В ответ не говорит. Да, да, да. Вот я про это и спрашиваю. Ответственен ли тогда священник за эти слова, и, конечно, за то, что он соглашается? Конечно, ответственен. Он других вводит в заблуждение. Нигде Иоанн Златоуст не называл те, которые не в церкви. Он сурово наказывал их. У церкви такие каноны. Я встречаюсь с ними, и дружеские у меня отношения есть. Но я вижу, пришел человек один, и уже двое там сидят, которые, я говорю, не выходите пока, работайте здесь. Постепенно доводите до истины. Люди, которые обращались, мы их оставляли там. Она уже обратилась. И она вывела как раз Екатерина Девершадзе, грузинка была. И она, Алевтина была, они вывели отца Геннадия на меня. Ну, тогда Генрих был, фаст. А если мы их сразу оттуда вытащили? Нет, они были там, пели, продолжали оставаться. Но везде, в беседах, везде уже проявляли себя православными. Говорили. Надо же мудро поступать. Вот так. Нам не надо тайные дела было знать, а именно донести до них. А когда их уже поперли оттуда, ну тогда и ушли. Хорошо, тогда вот заключительный вопрос. Как вы видите, Игнатий Тихонович, какую цель преследовали эти люди, когда делали вот этот проект, эти ролики? С какой целью они были сделаны? Ну и их надо спросить. Я могу только предполагать. Они считают, ничего там греховного нет, они оба так считают. Дальше, есть заповедь, и думать, что они хотят нанести какой-то вред, я даже не предполагаю, они оба искренние. По себе они самые хорошие, может быть, тот наркоман был, теперь нет. Ну, то есть они оба себе нарисовали планку и думают, что они под этой планкой, это есть то, что находится в церкви. А это разное понимание. И какая у них церковь? Не то, что соригинальничать. Ну, явно дело, что неладно, что побросить. Он только не говорит, что вы еретики, вам надо стать православными. И тогда мы будем вместе. Другого выхода нету. Мы не можем быть вместе. Ересь и вера Христова несовместимы абсолютно. С ними разговаривают даже... Ну, разговаривают, что ничего не понимают. Если у них есть учение о Троице, они взяли от православных. Если канон книг взяли от православных. И то, что они где-то имеют имена, может, Александр, да вы от православных взяли, вы бы не знали Александр, то вы назвали какой-нибудь Тракторина, Октябрина. Откуда вам знать-то? Это все они от православных взяли. Ну, а дальше-то они все выворачивали.
И одной беседы достаточно все поставить на свои места. Вы хотите, чтобы еще встреча была? Мы вам разрешаем присутствовать. Никакого слова вам дано не будет. Если договоримся о слове, давай договоримся полчаса. Я договорюсь со своими людьми, вы приходите после богослужения, в трапезной у нас будете говорить. Их пресвитер. Адвентисты седьмого дня, Линк, фамилия его. А одна из адвентисток стала у нас православная. Вот это, ее дочь теперь, вот она у меня там модератором, Юлия Фатеева Третьякова. И она пошла к ним и сказала, вот я прихожу к ним, они дают мне слово полчаса. Тему мы заранее обговорим, какую. Кого вы считаете достойным услышать, оставите, за кого не боитесь. А вы у нас будете говорить. Говорите, что вы желаете. По полчаса. Это так было необычно. Но в храме я не могу разрешить, потому что храмом я не заведую, и в храме мирянин не имеет права говорить. Вот у нас канон на это есть. Да нам разницы нет. Ну все, договорились. Договорились на воскресенье. Подошли вплотную. И в самый канон поступило. Нет, мы не согласны. А почему? Ну просто решили, что не полезно это. То есть, дрожь в коленках, чресла расслабили. И при том это неоднократно уже было. Неоднократно. У меня с баптистами, ну, с разными там какие были. Договаривались, вы говорите, ну, договорились, а по часу говорить. Давайте по часу. А потом вопросы, ответы людям ответить. Точно такие же правила у нас, но только уже точно. Ну, а кому первому говорить, у кого бросим жребий. Условия вполне приемлемые, пока ни одной беседы не произошло. Вот так. Так что они, ну, знаешь, говорят, налететь шапку сшибить с человека еще могут, а если четко показано, как есть. У меня в Пензе было, когда я беседовал, там баптисты, пророк Илия к нам пришел. Пророк Илия везде. Но вот случилась первая встреча, договорились. Избрали тему. Там, какая их волновала об иконах, договорились, вы, это ваше собрание, и вы им руководите. Если кто-то будет нарушать, вы его будете выводить. Если наши будут нарушать, я буду выводить. И взять таких, которые от одного слова повинуются, за руку не тащить. Зачем это нужно? Согласны. Согласны. Вот он говорит, теперь я говорить начал. Только начал говорить, буквально на первой минуте начались крики. А это говорит о чем-то. Я говорю, говорить-то невозможно, крик. Он утишит. Ну, договорились, братья и сестры. Договорились же, чтобы прослушать-то. А что тут слышать это гнилое бревно? Пророк Илия и гнилое бревно. Это один и тот же. Я не пророк Илия и не гнилое бревно. Из меня можно хороший столб сделать, доски напилить и что угодно. Я стихотворение в одном так пишу. Ну, вот так. Зашумели, я говорю, а вы можете утешить народ? А они полностью вышли из-под контроля сразу, никогда не слышали. Ну, а вы, когда у вас бы, допустим, баптист или кто-то говорил бы против, ничего нет, ни один бы звука не издал. Дисциплина, уважение не к собеседнику, к самому себе, а его я не могу уважать, он еретик. Знаете, нужно уважать его, сопротивника, мне нигде не показано уважать. А написано 96-й Псалом, 10 стих, «Любящие Господа, ненавидьте зло». Ересь – это зло, я ее ненавижу. Я ненавижу. Вот и все. Как Давид говорит, полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Вот и весь сказ. Ну что, еретика любить нигде не заповедано. Это глупость совсем. Вразумляй и отвращайся. Два варианта. И он принял, не принял. Все. Вообще ничего больше нет. Выбора не надо. Я православный и поступаю по канонам. Я посмотрел вот на эти, когда они... Я тут пометки начал делать и гляжу с самого начала, вот как они идут, как разговаривать ни о чем, какие-то звуки, там какая-то музыка, все это муть, это все безбожный проект. Никакого проекта нет, два встретились, уже проект. Если у нас вопрос еще есть по этим трем роликам? Нет, у меня есть два других вопроса, Игнатий. Так попутно, священник это патриархийный? Да, да, Московская патриархия. Угу. Так, потом я скажу вам, вот которые там, Дудин и прочие, они где, может, видели, сидят в редакции, и там священник Алексей Самсонов, который на место свергнутого Степаненко Максима, и они говорят, 1 час 8 минут, с этой минуты начинает говорить священник обо мне. Вы его видели? Можете, говорится, включить, и сейчас я бы стал отвечать. Это говорит... как начальник или там заведующий миссионерского отдела.
Он, интересно, говорит, там 48 минут, 40 минут, это с 8 минут, примерно 35 минут он говорит. И ни одного слова правильно не сказал, ни одного. Я только могу сказать, Мюнхгаузен в рясе. Больше ничего нету. Он меня не знает, он меня не видел. И дальше, как я выхожу, как говорю, какой у меня протокол. Я два слова связать не могу, только по протоколу. Говорю где-то, ну что-то где-то еще бы можно поверить было. Но не обо мне. И он говорит с таким апломбом, такие детали выделяет, как я иду, подхожу к первой ступеньке, он как будто это видит, а то нигде не было-то. Понимаете, люди, вот видите, как точно дальше, что я не сразу на пятую заступил, а на первую. Ой-ой-ой, какой талант у батюшки. И оттуда, как я иду, и как поднимаю руку, хайль там или что-то, кричу. Ну, то есть он что только может, где что слышал, это говорит необразованность, тупость, просто смердящая тупость. А фамилия Самсонов. Понимаете? Сколько насмешки в самой фамилии. Да Самсона там ничего нет. Может быть, только его блудное похождение с филистимлянкой. Может быть. Он не может ничего сделать. И в волосах его никакой силы нет, хотя он и без волос, и с волосами такой же бессильный. И обо мне он говорит. Вот мне хотелось, чтобы кто-то, вот как вы, достойный комментатор. И сам комментатор, который комментирует там, или диктор, который ведущий-то, он явно не расположен ко мне уже. Диктор не может быть таким. Он людей желает ознакомить с каким-то, с какой-то личностью, с каким-то явлением. И он должен только задавать вопросы, и в вопросах даже не показать, на какую сторону. А здесь явно прям настроен. Я уже понял, это прихожанин чей-то. Он заблагословленный. И они избрали, и он такие вопросы задает. Поэтому это не может вызывать доверие. Я вот получал упреки неоднократно. Зачем вот у вас не урядицы какие-то, потеряевки, и вы выставляете это, да кто туда поедет? Теперь для слова Божия нет уст. Когда я получил, освободившись, дела свои, тома, и стал выписывать, кто что говорил, самое поганое про меня, и все поместил в книгу. Да понимаете, это мне понимать не надо. Я отвечаю так. Я очень уважаю моих читателей. Когда к этой еретике будут, я говорю, читатели, не еретиков. И поэтому я не зализываю свой образ, а я показал, что я всесторонний в глазах людей. То есть от меня идут разные искры, летят, разные отображения, кривые. Ну, это сфера кривых зеркал. С одной стороны люди смотрят. И ничего. Да, может, кто-то и не хочет с вами, значит, не прописан на небе. У меня ответ очень давно заготовленный. А если верующий, он что, ложь от правды не отличит? А ты посмотри, у кого еще столько есть роликов, чтобы все сферы жизни показать, работаем, где-то не согласны, с батюшкой я там выступаю, с батюшкой нашим, отцом Акеем не согласен, с архиереями не согласен, выступаю в епархии, купаюсь там, плаваю, обедаю за столом, детей там наказываю и прочее. Ну нет, просто нету, просто нет такого нигде. В интернете больше я не встречал, и говорят, да никто не видал этого. Полностью все, говорится, как прозрачный образ жизни. И они уже не те. А они могут это, они не могут. Я с них этого не прошу, но они это не уважают. Я действительно уважаю моих слушателей, посетителей моих ресурсов. Теперь ваши вопросы. Геннадий Тихонович, сказано, что жена в церкви да молчит. Как? Жена в церкви да молчит. Да, женщина молчит. В церкви молчит. Да, молчит. Да. Апостол говорит, конечно, не о храме. Не о храме. Он говорит вообще, да, о мистическом теле Христове. Так вот, может ли тогда женщина быть преподавателем, учить по Слову Божию православных людей? Так, вот я спрошу, а в церкви, почему вы решили, что это за пределами касается всей сферы, сама церковь? Откуда вы это взяли? Толкование такое. Ну да. Да, ну откуда? Откуда? Я тебя не выпущу, пока ты не ответишь. Отвечай. Откуда Отвечаю. Ты это насобирал такое? Дальше написано. Если желаешь что узнать, то спрашивай дома у мужа. А дома-то у него домашняя церковь. Значит, речь идет, что были в храме, и в храме она должна молчать. Речь идет о стенах храма. А если мы вышли в трапезную, она может разговаривать. Она может быть учителем. Понятно. То есть в храме. Речь в храме, потому что написано, говорит, а желает научиться, спрашивает у мужа дома, не дорогой даже. Зачем делать различия церковь и дом? Когда церковь в самом доме, если по-вашему что сказали, объемное понимание, то домашняя церковь есть. И она не имеет права спрашивать. Не имеет права. В стенах, а дома она имеет право.
Она имеет право занять кафедру, когда муж под столом лежит пьяный. Ян Златоуст говорит, женщина в делах житейских бывает острее мужа. Это речь идет только о стенах храма. Вот почему мы, когда сектанты выступают, они женщины там за кафедры выходят, мы говорим, одно это говорит, что вы не церковь. В церкви никогда за 2000 лет было, в исторических церквах не было. Одна церковь. Одна. А говорите о церквах. Ну, в Откровении говорится, три церкви показаны. Лаодикийская, Филадельфийская, Сардийская. Видите, как? Это состояние церкви. И состояние церкви, вот эти пять, которые я показываю, католики, православные, григориане, армяне, копты и сирийцы, это одна церковь. Это одна. И какая часть больше уклонилась, что? Это другой вопрос. Определяется только связью с апостольской церковью. А если легитимной связи нет, это не церковь. Это совершенно новое образование, которое с момента появления вот такого-то Лютера там или Чарльза, вот тут оно, Джозефа какого-то, Смита, вот от этого момента начинается их организация. Никакая не конфессия, это мирская организация. И поэтому, чтобы не было разделения между церковью и еретиками, заставили всех перерегистрироваться. И теперь не называется церковь, а организация. В отделе юстиции. Организация. То есть они думают этим как-то примирить. Ну, мы-то знаем. Одно время они восстали против того, что секта. А секта во всех атеистических словарях везде. И, наконец, бросили, не стали. То есть там-то сидят люди, совершенно никакого отношения не имеют. Меня как-то вызвали в налоговую здесь инспекцию. И вы православные, согласно регистрации? Да. Почему отчета не даете? Я говорю, какого? По финансам. Сколько продали? У нас продажи нет. Как нет? У нас вообще нет продажи. У нас ни киоска нету. У нас деньги даже не появляются здесь. Ну а как? Так у вас свечей нет. Есть свечи? Мы сами собираемся, купим воску, бабушки выльют, сами сделают. У нас чисто восковые. Она побежала в другой кабинет. Приходит более такой начальник. Вы православный? Да. И как? А как же крестите? Ну, бесплатно. Как бесплатно? Ну, у нас сколько церквей, все платят. Еще кого-то вызвали. Вот они, им надо с меня взять что-то. А взять надо за дело. А вот это дело-то мы заранее знали, обговорили в уставе. У нас денег нет. Но у вас же бывает добровольное пожертвование. Бывает. А сколько? Я говорю, а зачем вам знать сколько? Это добровольно. Они не подлежат никакой комиссии, ни эмиссии. Никаким дефолтам, ни кризисам. Человек шел мне в карман, сунул. Я должен теперь перебежать к вам и показать. Вот мне положили в карман. Заберите восьмую часть. Да нет этого нигде. За это не взимала даже советская власть. На улице сидит нищий. Я подошел, положил ему 2 миллиона и пошел. И что, я виноват? Или нищий побежит вам скидывать процент свой? Подержали, подержали, отпустили. То есть, когда ставишь на место, они понимают, мы не православные. У православных по-другому. Вот бабушка наша едет и дорогой раздает Евангелие. Ну, там Евангелие, любое, там, патриарх, благословение. И сразу бабушка одна сидит, электричка, достает материал, это, деньги. А сколько стоит? А наша сестра говорит, это мы даром даем. Даром? Пошла вон сектантка. Я думал, правду православная. Еще и перекрестилась, перекрасилась. Православные никому ничего даром не дают. Вот определение. И все. И притом это не один раз, не один раз. Православные никому ничего даром не дают. Это просто люди, научившиеся, не научившиеся бизнесу. Мне нравится открытый разговор. Был генеральный прокурор России Скуратов. Какой-то снимок сделали, а якобы женщины голые в бане. А он издалека даже совершенно не он. И сняли, убрать. Ничего не стоило-то. Один из самых лучших прокуроров был. И он говорит, я беседую с Борисом Абрамовичем Березовским. И говорю, Боря, а почему ты не едешь в Израиль? Фу, в Израиль. Удовольствие. Просыпаться утром и знать, что 6,5 миллионов желают тебя обмануть друг друга. Это говорит еврей-олигарх. Говорит о своем родном народе и знает, что это люди, которые умеют деньги делать. Посчитай Тарас Бульба. Уже в бой идут, уже рядом. Он еще успевает торговать. И показывает там из ада в ад, кажется, такая, фильм стоит, как в Польше были они. Уже все арестованное, уже заблокированное. И мальчишка маленький идет, леденцы продает. Еврей. И поэтому еще спрашивает с батюшек, они все построили на бизнесе. Симонисты. За деньги ставили раньше. Чемоданы денег возили с собой, чтобы в архиереи продраться. У меня нет нигде этого. И они вот в чем меня обвиняют? Во всем абсолютно виноваты сами. За мной этого нету. Они по Достоевскому делают. Сильнее у кого-то укорить, обвиняют в собственных недостатках и грехах. И вот если бы этого Самсона, вот 1 час 8 минута, так, вы там
ну, будет возможность, загляните. Сейчас я посмотрю, чтобы уточнить. Вот, адреса новые. Ну да. Один час 24 минуты у них там. 24 минуты. Это меньше они там говорят. Вот. Ну, 8 минута. Так я нашел. Вот так. Ничего больше нет тут. Ну, еще что? Так, еще что? Еще вот два вопроса. Соответственно, жена в храме да молчит. Что касается дисциплины храмовой, как должен вести себя прихожанин в храме? Приветствовать во время богослужения брата или сестру? Или просто стоять молча в духе молиться? То есть, вот какое поведение допускается в храме? У нас все это обговорено. Как одеты должны быть. Край подола должен быть не выше 10 сантиметров. Руки сзади не держать. Стоять благоговейно, ни на что не опираться. Это все из жития святых. Устав составлял я. Это никому не секрет. Почему? Потому что я знаю жития святых. Я их насчитывал, обрабатывал и прочее. Стоять благоговейно, никого не приветствовать. Зашел, и ты никого не видишь. У нас было раньше и свои свечи приносили, ставили. Запрещено. И вот, допустим, у нас служба идет в 8. Без 7 минут все должны зайти. И тогда заходит староста, или у нас специальные смотрители называются, наблюдатели. Он заходит и громко оповещает. Встанем все на молитву. Или встанем все для молитвы. И 7 минут полное, абсолютное молчание. Ни хождения, ничего нету. Теперь размысли об этой прошедшей неделе. Помолись о священнике, чтобы, говорится, огненное было служение. Поблагодари. Никто не мешает. И после этого открываются только врата. И кто не успел зайти или опоздал, они тогда заходят. После этого, эти 7 минут. Вот. Ну, а если только было 3, то пишут объяснительную. 3 раза в эти 7 минут опаздывал. То есть у нас абсолютно все обговорено. Стояли скамейки вдоль стены, и сидят одни, вот там алтарь, а с этой стороны они друг друга видят. Мы скамейки эти выкинули. Должны сидеть вперед, как бы больные это поставили, скамейки, только чтобы они смотрели на алтарь, а не друг на друга. Никакого хождения, никаких зажжений свечей, ничего нету у нас. Нету. Вот у меня спрашивают, ну а вот женщина зайдет в брюках, вы как, выводите? Я говорю, нет. Вот это правильно. Я говорю, а что правильно? Ну что не выводите? Я говорю, так она не зашла, ее не допустили. Как бы я его выводил-то? У нас специально наблюдатели стоят, и ее никогда не запустят. Ну а если она, ну и специально есть у нас материя, есть юбки, если она по-серьезному приехала к ребенку, даже в лагерь приехать, в лагерь, и то уже договариваемся заранее, берем родителей, что мы приехали без сережек, ей трудно снимать, значит, ребенка не беру. Ну я сниму, вопрос снятый, чтобы не была накрашена, не была в брюках. К ребенку в лагерь приехать, не в церковь, в лагерь. И у нас четкие правила. Приехала комиссия там, приехали с милицией где-то, заместитель прокурора, полковник приехал. Что-то не по форме, все, мы его не запустили, за дверями так простоял. Через ограду разговаривали. А у меня близкий знакомый, прокурор края, генерал-лейтенант был, Параскун Юрий Федорович. И от него приезжал, который, я говорю, он, наверное, пожалуйста, что ты сказал, такие порядки у них, мне так понравилось, говорит. Ну, я говорю, ну вот. Видите как? Порядок. А вот мы хотели зайти, я говорю, у нас написано, имеешь право только с разрешения 2 общин. Барнаульскую эту общину собрать надо и спросить разрешение, чтобы я запустил. Право имеет входа, кто нашей юрисдикции, начальник лагеря. Я не разрешаю, потому что я имею право определенное только до чего-то. То есть везде обговорено, и как вести себя в храме. Полное, абсолютное молчание. Если батюшка кого-то раньше было спрашивал где-то, теперь и батюшки подсказали, женщин не спрашивать. Мужчина может ответить, женщина нет. В коридор вышли, батюшка, там поговори. Батюшке не понравилось это дело-то. Ну, не понравилось это, и он имеет право на это не понравиться. Но он спросил одну сестру, она палец прижала и стоит. Батюшке неудобно, больше он не стал. Я к примеру говорю, кто скажет, докажи. Ну что, разговор был. Четко определенно. У нас специально избрано для женщин, у которой там бывает подол выше или еще что-то замещено не так, платок, сестры. А тут, ну, старосты, конечно. Объявляем, выходим. Тушить свечи, ну, разрешаем ребятишкам тушить. Вот. Которые зажигают, это специально пономари избранные, они в одеянии. Но вот 7 минут никто не имеет права шевелиться. Не успели зажечь свечи, значит нету. А когда уже началась служба, тогда те, которые на это призваны, они могут зажечь. То есть у нас нет ни одного шага, который не был бы как-то обговорен в уставе. Поэтому
И люди знают. Я сторонник, что ребенка дергать не надо. Вот в лагере там вот то нельзя, другое нельзя. Абсолютно неправильно. Человек наделен свободой. Свободой в рамках закона. Мы показываем вот ограда, вот дверь в ограду заходить, через ограду не прыгать, вот здесь вот так-то качаться, вот так надо, а не так качнулся на тарзанке, а теперь назад не вернулся и на веревке начинает накручиваться. Значит, решаешься право, за этим наблюдает кто-то, старше смотрит. Везде абсолютно правила есть. Вот когда играют в городки, чтобы ближе размахов палки не подходили, зрители должны сидеть только справа и выше, впереди них, ну то есть безопасность. Купаться тоже три поклона, пошли, туда идти только шагом. Подошли когда так, теперь ему надо уже ходить на пирс, купаться непосредственно. Кто старше? Он просит разрешения. Благословите, Бог благословит. Все. А теперь оттуда одеваются. Так, теперь смотрю я уже. Один дурак копается там. Этому придется штаны в руках тащить, в одних трусах бежать. Так, считаю до трех, до пяти. Раз, он дергается, не может, а другие уже, а никто не бежит, все стоят на стреме уже, которые оделись. Два, уже нога на старте. Три, они обязаны бежать теперь только бегом. Почему? Сюда не надо разгоряченному воду, а из воды, наоборот, надо согреться. Знаешь, такие простые вещи, да ну тут уж любому понятно, дундуку. А теперь оббежать где? Где лагерь, большие качели, забежать туда, там ограда такая позволяет, и сиденье коснуться главной качели. Все, добежал. Теперь он свободно ходит. И... То есть, вот это рамки. А если нет? Ну нет, значит, он наказан будет, лишен купаться и прочее. То есть, все регламентировано, он знает даже наказание. Ребенок заматерился где-то, 5 горящих, а ударил кого-то, 7 горящих, крапивой. И они это уже знают. Так, ну а если сам прибежал, сказал, вот я так не думал, так, то другое, наказан будешь все равно. Ну, меньше, несравненно меньше. И надо просто чисто условно. Главный грех – это ложь. Ему показывается. Ложь увеличит наказание в 10 раз, в 10. И ребенок это знает. А в церкви, да в церкви посторонние люди, а их надо учить. Зачем? Оглашенные изыдите, выполнить не могут. Я не знаю, у кого выполняют, вообще не знаю. Я когда сказал, кто оглашенный, даже не знаю, священник говорит, я должен выйти. Я говорю, сделай это благо. И запри, как выйдешь, запри на амбарный замок. Я говорил, когда пусть рай танцевали там, собрать деньги, огромный амбарный замок и повесить на храм Христа Спасителя. И 3 месяца никому не заходить, никому. С патриархом только на этой площади до канала плакать, чтобы канал переполнили. И после этого осветить и зайти, не прикасаться. Они прикоснулись, а теперь пили кресты, спасай Россию, и пошли они воевать. Они неразумные. Они не знают, как поступать. Почему? От Бога это зависит. Меня не касается храм Христа Спасителя. Я в этот же день молиться стал. Выставил. Теперь мы обходим вокруг храма Христа Спасителя. Мы молимся, поднимаем руки. С четвертой стороны закрыто там на замок. И прохода нет. Ну, там ограда загорожена. Мы вызвали полицейского. Ему все разъяснили. Вышел сторож, открыл. Мы с той стороны зашли, помолились, преклонили колени, подняли руки, вышли, поблагодарили и пошли, дали визитки. То есть, все двери открыты. Мы поставили задачу помолиться вокруг храма Христа Спасителя, о патриархе, о президенте, о всех. И все это засняли. А то ничего нельзя сделать. Я говорю, еще не начинали делать-то. А начнешь, гляди, и получится. Благодарю сердечно, дядя Тихонович. Ты отвечай на свой вопрос. Почему тебя Юрием назвали? Если ты земледелец... то паши. Не на вину распахи, а на вину сердец людей. Я вот посмотрел, там у вас будто бы есть, которые Кочеткова, Георгия там как-то Дело-то не в этом. Дело в том, что в искажении догматов, где я посмотрел, они далеко забрели. Ой, как далеко. Они ко мне приезжали сюда целая группа. Вот я сижу. Были. Ясно дело, что они все порядки знали. Мы с ним встречались когда-то. И на меня было сильное гонение одно время. Еще в зарубежной церкви за 2-3 материала. Он говорит, они вам ничего не сделают. Вот, то есть он может сказать. Я как-то делаю сравнение им и Дворкину. Вот Дворкин, это может что-то показать. Неправильно там как-то. Он работает. Работает. Но никого, видимо, рядом не было. Вот этого священника, когда они там схватили, выталкивали в дурдом и дальше как их там запрещали. Этого нельзя было делать. Ну пусть он повторит вторую молитву. Что из этого? Они там на Евхаристии это евхаристический канон-то считали, а священник тот сдал по-своему-то, но они на него там посягнули. Этого тоже нельзя было делать. Почему они это сделали? Потом, думаю, они это поняли, потому что последствия были тяжкие.
И вот сейчас они, почему забредают такие дебри, касаются Троицы, меняют выражение, символ веры неприкасаемый. У нас считают Духа Святаго Господа истинного, как было в Древней Церкви, как у старообрядцев считают, истинного животворящего. Но мы не стали считать, мы сначала сделали запрос в Синод, епископа, чтобы никто к нам не придрался. Мне сказали, а все это уже принято, и все гонения на старообрядцев, яко не бывшие в 71 году, ну и все проще это. Мы даже на то, что вот сделали, и имеем на это вот, у меня благословенная грамота на всестороннюю проповедь, с печатью на бланке, с подписью митрополита Виталия. То есть мы в русле канонической церкви. Благословение это не на один день дается, а на всю жизнь. Вот так. Я понял, Геннадий Тихонович. С избытком ответили на все мои вопросы. Да. Вот я иногда ставлю, у меня что-то не ладно с ролик с этими. Это не от меня зависит, от вас. Одни записывают, оба видно, а у другой видно только меня, а его только голос. Ну, я ничего не могу сделать. Я стал спрашивать здесь, ну, которые приходят, вот, ремонтируют, смотрят у меня программисты. Они говорят, это не от вас зависит. У меня вот своими стал говорить здесь, и вот один записался, а другой нет. Почему? Они то на планшете, то еще на чем-то. И поэтому что-то там это в другом месте. У меня на компьютере. Ну, на компьютер, может быть, оба будем видны. Вот. Ну, потом посмотри, я говорил, где они там эти изгаляются. Там слово «лапковщина», они там придумали слово, заряди. И прослушай его. Можешь по всему ролику пройтись. Какие вопросы? Хорошо. По всему можно было бы ролику пройтись. Но особенно этого Самсонова Алексея-то. Ой-ой-ой. Ну, просто клоунада. По-другому не скажешь. И люди торты раскрыли, слушают. Ну, священник, ну, ни одного слова нет. Я выхожу, и у меня протокол, и я никуда. Я по протоколу говорю, как Брежнев, бумажку держу. У, тан, там, ну, не так же ведь. Все, посмотрю, Игнатий Тихонович. Да. Ну, что, все тогда, да? Тогда отпускайтесь с миром. Слава миром, Христу. Спаси Христос. Если что-то будет где-то подобное, там, священники, вопросы, смело выходи. Я для вас окно не оставляю. В любой момент я подвину, что у меня какие встречи и прочее. Я сейчас прям целыми днями сижу, перетаскиваю ролики. И сейчас вот копию сделать с Ютуба и прочее, потому что покосников много, мало ли что бывает. А у меня худо-бедно почти 4000 роликов. Только из деревни я привез 710 роликов за 4 месяца 20 дней. Но это тоже чего-то стоит. Это надо знать, где. В лесу мы работаем, с ягодами, дети. Все абсолютно. Какие правила, приезжают люди, крещение, подготовка, как, кого допускают это. Ну пусть покажут еще не два, не три, одного. На весь интернет. Чтобы вот так все показано было в духовном плане. Ну, понятное дело, что я на исходе уже, ну и раньше я такой был. Я говорю, на днях один тут вопрос задает мне, вот я вот верующий, а потом вот остываю, и потом у меня ничего нету, и вроде и ходить не хочу, а потом как-то маленько что-то. Какой совет дадите? Я говорю, я не могу дать совета в том, в чем нет опыта. У меня нет этого опыта. У меня однажды вспыхнувший свет, он только разгорался и разгорался. А что отступить назад, я понимал, что мосты сожжены, назад ходу нету. Я опыта не имею, я не говорю, я этого не понимаю. Есть Бог, есть рай. Я поэтому, я понимаю, я стремлюсь к почести высшего звания, Павел говорит. И вот это охлаждение, и сказать, вот 53 года было такое, чтобы охладил, не было. Я этого не понимаю. Если по-настоящему человек, обращенный к Богу, то этого не может быть. Не только нет, а это никак не может быть. Если только особое, редкое такое попущение, как у Нифонта было. Он блудил, там все это изблудился, а потом у него сразу раз вера отнята была. Он стал, веры нет. Но он продолжал молиться, правила соблюдать. Проснулся утром, через 3 года вера опять появилась. Но это уже было не евангельское состояние, нет. У меня все по Евангелию. Внезапное, как у Савла, обращение. Обычно говорят, у человека что-то не ладилось, он пришел, у меня наоборот все ладилось. Широко, путь открытый, я мог продвигаться и по карьерной лестнице, и везде, но Бог остановил и показал другой путь, и я его избрал. И поэтому те, которые там где-то что-то говорят, ну, я уже ответил, ролики их разобрал. Теперь вот этот надо еще коснуться. Уже 2 запроса было, чтобы его по частям разобрать.
Остальное так там где-то говорят, там что-то, он большой ролик его больше часа, там я говорил сейчас 24 минуты, кажется, я вначале сказал маленько не так, больше. Вот, то ну там не, они туда-сюда, когда кто под Ленином там Скуратовский, говорит, ну Игнатий говорит, это правильно, я согласен с ним, что надо учить перед крещением. Он раза три сказал, а у Дунина ничего нету за мной, нету. То на свалку он меня выбрасывает и все. И сидит куда-то, глаза заведет, и как говорит, видно, что человек, ой-ой-ой, даже сказать боязно. А тот-то скрылся, его и лица не видать, что он там говорит, где. Еще отвечать на это. Дело вот в чем, я много судился с безбожниками, которые грабили меня. У меня на это право есть, государством дано право, вера, я могу, епископ у меня что-то отнял, каноны говорят, я могу вызвать его в суд и стать перед судьей. И вот здесь та же самая, они судятся, вот пришли в суд, вот он на меня клевещет, Лапкин, вот так-то делает. В суде, когда я подал, мне не надо доказывать, что это не так. Он должен доказывать, что это так. А я могу только представлять документы, мне еще доказывать. Он не доказал, ну и все. Доказывает он, обвинитель. Они даже этого не знают. Они никакие. Где он меня видел, что я на двух УАЗиках езжу? Он должен представить. Клевета. У меня ни одного не было, никогда на нем не ездил. Понимаете, он с первого шага. И вот я захожу к священнику, прохожу вперед, там, бывает, приложусь к икону. Пусть он это все покажет. В каждом храме, а мы едем мимо только, Господи, спаси нас от лютых волков. Мимо каждого храма едем и открещиваемся. И в храмах, вот, когда ездили по всей Европе, ну, в двух храмах я только был. Это в Грузии, где крестник мой, где я проповедь говорил. И в Лиссабоне, где я проповедь говорил. Больше нигде не остановились. Нету. То есть он не то, что врет, он даже не врет. Он просто выдумывает, сидит. Врет, это как имеется, как поворот какой-то делает. А ему не надо делать. Он просто сидел и говорил, как ему казалось. Может, видел, может, ему казалось, что так надо. Я вот как рассуждал однажды. Вот их учат сектанты, там, баптисты, они не признают икон. Он пишет, не признают икон. Ага, у сектантов нет икон. Дальше, у сектантов вот то-то, и он опять пишет. 3-4 признака, по которым можно определить. Но он изначально избрал неправильно. Они о нас говорят, они сектанты. А у него уже записано, вот 4 пункта должны согласиться. И он не может никак их совместить. Ну, ему только согласиться, что я не сектант, я православный. И, наконец, он приходит сестра от него, и она зашла, у нас все в иконах. Она говорит, так у них иконы, батюшка. А, иконы. Это они ради вас повесили. А вы ушли, они сразу их выбросили. То есть, у него ямка там уже заполнена вот этой ложью из семинарии-то. Ему надо в это вогнать, а его нету. Батюшка, а вы говорили, у них епископа не было. Нет, а я как раз была, у них епископ приезжал. Епископ. Да вы знаете, кто там переодетый был, епископ. А если епископ, так они его службу ослужат, потом палками его бьют, и пока там у них там лес, пока за лес не выгонят. То есть, вот такое. А вы говорили... У них там, это, они говорят, что у них там жирных, таких толстых людей нету. А я пришла, там такие две женщины жирные. Так это не их люди пришли. Своих они так, у них там подвал бетонный. Они туда спускают на веревке человека-то. Через 3 дня поднимают, если опять взвешивают. Если не так, обратно его сажают. Это попы говорят-то. Ну, я буду с ними доказывать или что-то. И вот приехал корреспондент и говорит, об этих подвалах, говорит, я был в этом подвале. Там была церковь у них, ну сейчас вообще склад. То есть из комсомольца, московского комсомольца же приехал, когда мы их зажали, пришлось им отвечать уже тогда, платить деньги. И тогда направили уже корреспондентов. У нас много кто был. И вот, понимаешь, ну настолько выдумывают, это что-то, понимаете, это как Белое Братство, там и Белое Братство. Дальше они считали там Анастасия, там что-то. Это как Анастасия. Это все пишут, Кемеровская епархия. Звенящие кедры, я даже не считал, что там у них. Звенящие кедры. Вот кто желает приехать в Потеряевку, там староста Игнатий Лапкин, то только с его разрешения. Во-первых, я не староста там. Я староста Крестовоздвиженской в Барнауле. И потом меня ни один человек в Потеряевку туда, кота я там есть, нет. Но здесь, если на меня выходит, я объясняю. Правила вот такие, что без табака были, женщины в брюках. И я объясняю. А зимой категорически запрещено, потому что здания нету, ехать никуда. Поезд 12 ночи приходит. Встречать никто не может по сугробам. Вы вылезете дальше, куда идти? Ни огонька, ничего нет. Это все равно, что умереть. О, видите как? А они берут, написано, зимой запрещено кого-либо приглашать. И они ставят это тоталитарное. Ну, то есть, даже дураками нельзя назвать. У нас был один там где-то выехал, но он не доехал до нас. И его в кустах нашли весной.
другая в соседнем селе. Что ее поперло? Весной только вороны показали, где она. И наши заповеди-то какие даются? Мы заботимся о людях. Ну, он решил, а я приеду. Но даже ты приехал, и дальше куда? Ты слез, ночь. Ни одного огонька нету, ни одного здания, никакого, даже сарая нету. Что дальше? 30 градусов мороза или 40. В какую сторону не знаешь идти? Ну да, ты вообрази, куда только идти по линии и до следующей станции. А до следующей станции самая ближайшая там 15 километров. А сидишь по шпалам, расслышишь, что поезд идет по линии. А там одна колейка только. Ну вот ни одного слова нету. Я понимаю, ложь, непрерывная тройная ложь. Всегдашняя, абсолютная ложь. И почему? Потому что они находятся там, где все на лжи построено. А неверующие так на вас говорят, неверующие нет. Неверующие нет. И вот такой штаб так преследует, там под именем Дудина, в рясе, вот так непрерывно, мстительно, прям задача уничтожить, ролики переворачивать. Ни один коммунист со мной так не поступал. Никто. То есть они своих создателей, которые создали их, они превзошли. Почему? Потому что они касались святыни. И тогда семь злейших, они в семь раз хуже своих, кто организовал их, Сталина и Берии, который образовал в 27-м году от митрополита Сергия патриархию официально. Все настроено на лжи. Так вы против патриархии, я против лжи патриархийной. Не надо путать одно с другим. Вас пока не задело, вам лучше молчать. Когда вас также поволокут. Но я Бога благодарю. Самое это важное. Я Бога благодарю. Это моя награда. Я чего-то стою, если такую ложь, и на нее бросают, там в студии, в газетах своих печатают, и день и ночь извращают, кровью заливают. Это, я говорю, ваша кровь по экрану течет. Вы виновны в гибели людей, а не я. У меня ни один не погиб. Я из огня, из полымя выхватываю людей. Я могу им показать конкретно. Они ничего не могут показать. И у меня нету обратной стороны. Я весь здесь. Меня хоть со спины рассматривай. Интересно, однажды стоят студенты, их вызвали по уборке города. Ну, они там окурки собрали, там стоят, разговаривают. Я гляжу, группа людей. Я подошел, успел немного сказать и дал им визитку. И они опешили буквально. Я развернулся и пошел. Один подошел там, видимо, к ним. Я так догадываюсь. А это кто у вас был? Такой человек. А где он? Никого нигде на улице нет. Один я иду. Они сзади увидели заплаты, там я какие сапоги. Я когда разговаривал, и меня не видно было-то. И они одного студента подбежали, послали, ну, сбегай, узнать, больше никого нет, не он ли это был-то. Тот забегает, он самый! То есть спереди и сзади, это совершенно разное. Я спереди-то маленько еще как-то, ну, хоть маленько видно, что я не бомж, а сзади-то я, любой бомж, лучше меня одетый-то. Да мало того, они еще не увидели, что я босиком. Я иду по городу босиком совершенно, в краевой администрации везде. И они меня не видели, что я босиком-то. Вот понимаешь, нет, насыпали гравий маленькие, ну, галька там лежит-то. А там вышли из одного учреждения, две женщины стоят, курят. А я им говорю, думаю, скажу им, что курить-то вредно. Вот. Иду, ну, а ноги-то как поднимаются? Ну, я шагаю быстро всегда. Ну, и с большой скоростью вот этого пнул. И отлетела галька, ей по папиросе ударила папирос. А я даже не понял. Она еще не опомнилась. Я говорю, курить вредно. Она в руку смотрит на одну папиросу. Ой, вообще. Я такие интересные случаи могу рассказывать. Даже не придумаешь. Вот нарочно нельзя придумать. Вот так. Притом неумышленно. Это само все так случается. Вот почему именно так? Вот на днях мне надо было время. Прямо, ну, я работаю никак, потому что 11 раз надо в разных местах экрана, в разных углах ткнуть. Если чуть-чуть не так, все заново начинать, я пока восстановлю, еще минут 10 уйдет. Я 300 роликов перенес, представь себе, со своего ресурса на другой еще умножить-то. Но времени, ну, никак нету, нету. И в это время, я знаю, я смотрю, уже время выходит, надо молиться. Ну, 7 раз в день надо остановиться на молитву. Вот я уж тебе, говорится, на ухо скажу. Вот. И в это время, ни раньше, ни позже, в это время приезжает Игорь Барабаш. Дела остановлены, я выхожу к нему, он те двери синие, там стоим. Теперь все уже, ясно дело. Теперь опять время проходит, но я до того занят, думаю, я маленько смещу время молитвы-то где-то. У меня никак не получается. Бац, звонок. Срочно, сейчас нашу сестру повезли в больницу из другого там места. У нее не врачи не определят это. Тут все, я мгновенно, то, что пропало, уже знаю, сразу хватаю свое оружие, и я
пошел по ступенькам кверху. Она называется лестница, лестница. Начал карабкаться-то. Третий раз, тут уже опять мне надо уже молиться-то. Ну не могу я оторвать. Господи, я маленько смещу, я сам себе разговариваю-то. Бац, звонок. Опять звонок. У меня там вот это дело, такой нарыв, и сейчас резать будут у меня там щеку, и то другое. И я опять там... Ну кто это все делает-то так? То есть у меня то важное, а вот это ну, не так важное, я могу в любой момент. Но именно так. Я все время удивляюсь, как Бог сочленяет одно с другим. И не по нашей воле, не по нашему желанию. Но главное направление я должен был избрать. Семикратно в день прославлять Бога. Семикратно помолиться, а потом 100 поклонов. И так 7 раз, не считая утренней и вечерней молитвы. Всегда входят ночные молитвы еще. Понимаешь как? Человеку, когда говоришь, он не понимает. Я же не говорю, как ко мне такие средства поступали нынче. И какие средства-то? Если я истратил только на пруды, на это 440 тысяч. А пенсия у меня 6275 рублей и 3 копейки. И ни копейки, ниоткуда больше у меня нет дохода. И нынче только вот мысль моя пришла, это надо сделать пруды. Пришли дети, там сучки с дамбы убрали, то другое. И у меня никогда денег не было. И сделать невозможно. Вдруг я гоню технику. Думал, на одновременно экскаваторы, два самосвала нанять еще. Вот только щебень завести 237 тысяч. Это невозможно. Это и никто не может понять, как это может быть. Бог. Это главное. И Бог знает, что я ни одной копейки на себя не потратил. Сейчас Игорь пришел, а Володя уходит. Это позавчера было, он приезжал из Потеряевки-то. Ну, Никита заказал 5 литров молока, положил деньги здесь. Володя столько-то, и он, Игорь, походит, я деньги-то не касаюсь. Вот бери, выложи, Володя, сливки. Теперь они едят. Один сквашивает, сметана у него, а трое же мы. У меня ничего нету. Но им надо... Ну, как-то мне, я запрещаю это дело. Игорь, ну, может, возьмешь что-нибудь, я тебе так дам. Я говорю, Игорь, у меня денег нет, а на чужое не привык жить. Никогда на чужое не зарился. И они едят молоко, сливки, а я не ем. То есть у меня нету. Полугнилые помидоры там нарезал, и все. И мне это как раз. Не потому, что я добрый, у меня принципы есть, по которым я живу. Даже упрекали, как же так, за одним столом. А вам зачем упрекать? Это мой стол. У меня гости. У меня правило, если ты не пасечник, у тебя есть мед, никого медом не угощай, это твой. Твой, ложечку меду, теплой воде, тебе на ночь для поддержания ума и сердца, и все. То есть определенно, все остальное на стол, кроме меда. Это лекарство, лекарством не угощают людей. Понимаешь, кажется простенько такое, а все как надо. Вот ты застегну тебя, смотрю, ты уже вспоминаешь, когда идешь со мной на встречу, все у тебя как надо, что собранность. Я недавно одного в магазине знакомого встретил, я говорю, зачем ты расстегнутый? Ну, это такое, ну, указание. А какое указание-то? В галстуке можно? Можно. Тогда затянутый, как Жириновский. А как только галстук снял, и Путин также сразу расстегивает. Вы знаете, от кого это? Я ему разъясняю. Но это показывает, что вот покупатель придет, он видит, что я такой простой парень в рубахе. Я говорю, наоборот, ты видишь, что ты разгильдяй. И что поэтому товар твой может быть гнилью одно. А если бы ты был строгий, тебя видно было, что ты отвечаешь за свою цену и за качество. А теперь у него не лады со здоровьем, и лишний вес, кровь прорывает, из носа течет кровь и затычка в носу. Я говорю, а это покупатель не отбрасывает? Ты хотел лучше выглядеть, теперь совсем никак. И все, ты можешь убрать? Не можешь убрать, потому что она все время уже течет. А ты лекарство знаешь? Я знаю. У меня люди вот с таким объемом приезжали, сколько раз говорили, ничего не могут. Я говорю, я знаю, на какой курорт поехать, какой ко мне в дом. Со мной вместе будешь вставать, молиться, обедать и на работу будешь уходить. Он приехал, притом поп, священник. Он на ремне три дырки, далеко одна над одной, три дырочки уменьшил. И притом я ему не проверял. Я только беседовал с ним. И он сразу на стройку, тасать кирпичи там, все такое. Идет с собой, один ломоть сухого хлеба берет, потом не стал брать совсем. И все поплыло. Очень просто даже. А у меня зашел один, я пошел, говорит, устраиваться бульдозеристом, они приняли давление, что бы мне съесть? Иван Иванович, Иван Никифорович, пульхерия, что бы мне такое поесть-то? Я говорю, Саша, ничего не ешь. 3 дня, всего 3 дня только. Он через 3 дня пошел, нормальное давление, и все.
У тебя давление-то из живота, а оно бьет по мозгам. А теперь каждую клетку надо кровью накачивать. Сердце качает и качает. А у меня что качать-то? Я из Посецки приезжаю, сестры обнимают. Ой, хоть живые мощи, живые мощи. Вот мощи. Ладно. Ладно, все. Храни вас Бог. С Богом. Благодарю. Хозяйке передавай добрые пожелания. Макарий-то как там? Слава Христу! Проповедует в садике. Во славу Божию, Юрий. Аминь.